Мэрия Магадана получила гуманитарный груз. Партия медицинских масок и спецкостюмов прибыла из китайского города-побратима Шуаньяшаня. Это дружественный акт, ответный шаг КНР на помощь, которую в феврале этого года Магадан оказал друзьям из Поднебесной в разгар эпидемии COVID-19. Данная гуманитарная помощь, она будет направлена в медицинские учреждения. И мы с благодарностью сегодня относимся к такой помощи, ценим отзывчивость. Я думаю, что когда все наладится, когда будут открыты границы, мы, конечно же, будем рады, если наши города побратимы к нам приедут, ну и в свою очередь отметим их помощь. Гуманитарную помощь из Шуаньяшаня Магадан получает во второй раз. Посредником выступил предприниматель Ли Чжи, проживающий в столице Колымы.